Тюменцев призывает поддержать медработников в период пандемии. Для этого на сайте спасибо.доктор.тмн.рф любой желающий может оставить свой отзыв, а также прикрепить фото или видео. Выразить благодарность можно и необычным образом, разместив на своем авто специальную наклейку. Ее выдают бесплатно в центрах «Космос», «Моя территория» и «Контора пароходства». Через волонтеров медикам можно подключиться делом, но мы предлагаем и делаем акцент именно на эмоциональную поддержку, потому что сейчас все видят, что творится в соцсетях. А врачи, как никто другой, знают, что не все гладко и не все получается. Вот, и в это время вот как раз такими акциями, и сайтом, и такими действиями хочется как-то напомнить людям, что давайте поддержим, потому что ну, всем сейчас, особенно врачам, сейчас не очень просто. Мне кажется, это гражданский долг абсолютно каждого жителя нашего города, сказать спасибо тем людям, которые каждый день 24 часа в сутки и уже на протяжении многих месяцев помогают выздоравливать и не только спасают жизни наших земляков, наших родных и близких.